Уходи куда-то чуть выше, в угол, вверх. Могло быть очень опасно. Еще один бросок, и вот гол! Это было хорошо. О, да, вот она. Это щелочка. И счет открыт. 1-0. Момента броска, вот смотри, повтор. Да, сразу три какие-то в разной форме были перед вратарем, и попадает шайба в верхнюю девятку. Продолжается атака. Его скрытый бросок сейчас был из-под защитника, а это вот передача, это хорошо 2-0. Было. Классная передача. Просто замыкаю. Вот смотрим. Смотрим повтор этого момента. Стефанович наброс из-под защитника. Рикошет. И здесь снова шайба оказывается у Стефановича. И он замечает на дальней штанге партнера, который отправляет вторую шайбу в ворота солигорского «Шахтера». Такое обескураживающее немного начало для гостей. Ну, точнее, не немного, а очень даже обескураживающее. А две шайбы, я думаю, «Шахтер» не рассчитывал пропустить. Это очень-то банальный рецепт. Бросок по воротам. Добивание Дроздова. Какая пауза. И 3-0. 3-0. Вот так начинает у нас юность. Потому что, ну, не скажу я, что много его вины было в пропущенных шайбах. И вообще, если какая-то она там серьезно была. Вот здесь смотрим еще раз повтор этого момента. Сейв. Ну и сколько было времени-то у Ивана Дроздова, который дубль оформляет, чтобы забросить эту шайбу, чтобы ее подобрать, чтобы обработать и чтобы отправить в ворота. А там еще и собственный хоккеист помешал Юрию Петрову. Вот здесь смотрим мы. Это Илья Казнадей, по-моему, да, сбивает вратаря. Ну, вот-вот появится Мальцев на площадке. Бросок. И так вот действует. Можно передачу отдавать. Отдает Мальцев. Выход 1-0. Бросок 4-0. Максим Мальцев. Только полностью переигрывает «Шахтер». Видим мы передачу под синюю. Выход 1-0. И вот так вот Максим Малютин пропускает первую шайбу. Тайм-аут, я вижу, запрашивает Юрий Файков. И весь тренерский штаб. Там Ярослав Чуприс тоже. Все просили этот тайм-аут. Ну, Андрей то же самое пытался и сейчас сделать. Станкевич. Карабань. Передача на Додоновой. 4-1. Евгений Додонов размочил Игоря Брикуна. И все. Итак, еще раз. Карабань за ворота на Комбовича. И тот на Додонова, который совершенно один здесь оказался в окружении. Вокруг него 4 соперника было, но Евгений бросал-то совсем без помех. Отклеился так ото всех. Еще раз смотрим с такой вот позиции этот повтор. В этом сочетании у Кашкара отличный бросок. Мы знаем, Цыганов также. Снайпер добротный. Вот мы видим этот прекрасный бросок. Только что я сказал про бросок, пожалуйста. Всеволод Кашкар поцеловал Вадима Ферко. Я искренне рад за Всеволода Кашкара и за его сезон. Мы писали об этом и на нашем сайте, на Хоккейбай, о том, что действительно этот парень проводит действительно лучший сезон в своей карьере. И думалось, что, возможно, такая получилась просто регулярка, но ведь и в плей-офф Всеволод играет просто прекрасно. Да, замечательно показывает себя в том числе в плей-офф. Много забрасывает. Один из лучших снайперов. Кубка при...